Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео мы с вами будем делать вот такой симпатичный бантик с эко-кожей и лентой. На такой бантик нам понадобится всего лишь 1 ярд ленты, а размер такого бантика получается 10 сантиметров. Если вам интересно, как создать такую красоту, продолжайте смотреть. И для работы нам с вами сегодня понадобится 2 отрезка ленты шириной 4 сантиметра и длиной 23 сантиметра. Берем любую ленточку с рисунком и 2 отрезка ленты однотонной шириной 4 сантиметра и длиной тоже 23 сантиметра. Соединяем ленты между собой, но только с одной стороны. Сгибаем нашу ленточку напополам. И проходимся огнем. Теперь держим ленты так, чтобы у нас все краешки были вверху. Вот так сгибаем. И этот уголочек опускаем на низ. Накладываем друг на друга приблизительно на 1 сантиметр. И фиксируем булавкой. Вот что у нас с вами должно получиться. Этот уголочек тоже загибаем вот так под низ и опускаем верхний уголок тоже на 1 сантиметр друг на друга. Фиксируем. В итоге у нас получается 2 одинаковые заготовки. И теперь будем прошивать. В итоге получаем вот такую часть нашего бантика. С этой заготовочкой делаем то же самое. Далее нам понадобится шаблон из набора номер 126 и мягкая эко-кожа. Можно брать плотную, но мне почему-то захотелось именно такую. Размер такого шаблончика 10 сантиметров. Здесь все очень просто. Ставим шаблончик на эко-кожу, обводим, вырезаем и обрабатываем огнем. На фетр не приклеиваем. Нам понадобится 2 такие заготовочки. Все готово, и теперь будем собирать.
Далее нам понадобится вот такой шаблон для низа нашего бантика, размер которого 10 сантиметров, собственно такой же размер, как и размер нашего бантика, эко-кожа и фетр. Все, что мы делаем, это обводим шаблон на эко-коже, вырезаем, обрабатываем огнем и приклеиваем с помощью горячего клея на фетр. Наши бантики готовы. Делаются очень легко и очень быстро. А на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!